Итак, добро пожаловать обратно в радужный осколочный челлендж. Продолжаем его. Продолжаем. Мы в прошлый раз, по-моему, играли безмолвной. И, по-моему, снова проиграли. Так что у нас серия из двух поражений на пятом возвышении всего лишь в радужном челлендже. Что? Да? Круто. Погнали за дефекта играть. А, прошлый раз была безмолвная, да. Вы правы. Поэтому сегодня мы играем с дефектом. Берем радужный осколок. И мы сегодня, я сегодня серьезно настроен на победу, прям очень серьезно. Я даже ставки вам дам сейчас, и вы можете ставить против, но вы проиграете. Ставка на поражение, 100% поражение. Поэтому не ставьте на поражение, потому что будет победа. Только победы, только хардкор. Наверное. А, можно повеселиться. Я могу взять релик босса. Правда, релик босса, это опять же, если шкатулка, это будет минус карт. Это, короче, нельзя будет играть. Шкатулка ломает забег. Поэтому знаете что, мы не будем так делать. Я возьму голду, пойду на элиток. И я что-то резко верю в нашу силу. Я верю в двух элиток подряд, включая огненную. Ну или хотя бы в эту сторону куда-нибудь пойду. Потому что другие... мы можем пойти сюда, через много боев и магазин. Здесь. Это, наверное, лучшая идея, чем в эту сторону через кучу вопросов. Да, бои поначалу интересней. Вот. Так что, да, добро пожаловать. Что мы хотим на радужном челлендже? На радужном челлендже мы хотим не собирать билд как таковой. Кстати, очень классный ход. Мы не хотим не собирать как билд как таковой, потому что билд, собственно, сложно собрать. Мы хотим собрать много хороших карт, которые будут... Если не взаимодействовать друг с другом, то хотя бы частично друг друга дополнять. И просто очень много сильных карточек разных классов. Мы можем в теории собрать что-то сильное одного класса. То есть мы можем сейчас сделать из дефекта Лотоносца, что очень круто для рисования превьюшек и для кликбейта на ютубе. Но очень сложно сделать. Но я возьму нам самовозгорание. С другой стороны, самовозгорание чертовски неприятно из-за того, что мы не играем, собственно, лотоносцем, и регена у нас нету. Но это очень сильная карта в начале игры. Только в начале игры. А на боссе она будет шикарна. Из-за босса, из-за слизня я возьму нам самовозгорание. И даже здесь самовозгорание, я думаю, сыграть — это хорошая идея. Как минимум это 10 урона за 2 хода. 10 урона за 2 хода равно... Вот у нас сейчас 8 урона есть, плюс 12. Мы, кстати, убиваем его на этот ход. Да, с самовозгоранием. Это очень хорошо. Парящие рукава, защитится лучевая ячейка. Ну, лучевую ячейку нам брать нельзя. Но здесь очень интересный вариант. Парящие рукава против защитится. Обе карточки созерцающие моего любимого персонажа. Но я уважаю эти карточки. В частности, из-за того, что они обе оставляются. На данном этапе рукава будут важнее, чем защититься. Потому что урон важнее защиты сейчас будет. Хотя на стражах защититься лучше, чем парящие рукава. Но только на стражах. Потому что стражи мы убьем рано или поздно из-за самовозгорания. Против остальных боссов рукава лучше, чем защититься. Ну и стражи для нас не самый опасный противник уже. Поэтому берем парящие рукава. Которые, вот да, уже сразу пришли к нам в гости. Которые, ну не знаю, можно играть, можно не играть. Со старту здесь без разницы. Изи килл. 60 здоровья, зелье ужаса мне очень нравится. И вот теперь мы находим самые сладкие карты. Вот в чем и наше преимущество находится в этом челлендже. У нас много минусов, нам сложно собирать билды, так сказать. Сложно находить сильные карточки из-за разброса большого, который осколок дает. Но у нас есть доступ к вот таким вещам, как ужасы на гость разворота. По-другому его бы не было. Привет, грустный Йорк. А чего Йорк грустный? Он уже не новый. Привет. Поздравьте меня, я сегодня компьютер наконец купил. Поздравляю, добро пожаловать. Теперь ты геймер.
вместе с нами. Добро пожаловать в клуб. Сейчас в этом челлендже рукава как кинжалы, но лучше. Ну, в принципе, да. Рукава хороши. Нога хороший урон плюс добор, но ужас, чуваки, ужас. Учитывая, что мы не играем дефектом и билда на сферы не получится никак, все-таки это весь урон. Ужас. Нога супер интересно. Я возьму ужас. Шанс того, что мы его... Окей, еще 7 здоровья за удаление карты. Я делаю это. Я удаляю сдвоенный разряд. Опять же, сфер у нас будет очень мало. Это немного нас ослабляет. Но все равно. Окей. 150 тысяч раз я скипал ложку. И каждый раз она идеально подходила для этого челленджа из-за специфики. Что сложного? Собрать билд, облик демона, заточки и буфер. И все, билд готов. Да, что такого сложного? Просто найди карт на заточке от безмолвной, найди облик демона. И все, билд готов. Согласен. Ложка на случай призрачности шикарно смотрится. Ботинок лучший релик в игре. Это правда. Здорово, Варлок, впервые на стриме. Привет, Гоша. Привет. Добро пожаловать на стрим. Так. Ну, мы можем брать ложку заранее, как бы. Но заточки с ложкой не заходят. Но не факт, что мы... пока что у меня нет заточек. Никаких. Как там... Что-то мне ложка еще даст сейчас. Ну, она даст возможность играть ужас два раза. Подумаешь. Вот вообще ненужная штука. По-моему, ложка сейчас не очень хороший ход. Вообще есть вариант деньги оставить и пойти в следующий магазин. Поискать что-то, что будет работать здесь и сейчас. Потому что на случай призрачности это звучит как отличная вечеринка, но призрачности точка нет, правильно? Ужас два раза? Она сейчас... ладно, я возьму эту ложку. Я не хочу удалять удары. Но из-за самого сгорания в колоде, по-моему, я могу это сделать. Хотя надо было, наверное, сферу удалить. Не знаю, не уверен. Я не пойду через двух элиток, я пойду через одну. И перед тем, как идти на этих элиток, я улучшу нам самого сгорания. Опять же, мы его в итоге, наверное, скорее всего, удалим из колоды. Но сейчас оно будет работать как часы. Оно будет так хорошо. Во, ложка на ужас сработала сразу. Теперь шок, логовулин не просыпается. Парящие рукава остаются. И мы хотим будить его. Мы хотим его будить. Вот так. Логовулин, просыпайся. Вставай. Вставай, логовулин. Вставай и вступай в армию нежити. Милка. Милка дарит подписку Спайсу. Милка записывает еще одного бойца в армию нежити. 40 подарочных подписок в Милке. Спасибо тебе большое, Милка. Добро пожаловать на стрим. Милка? Милка? Это победа для тебя. Мы идем за победой, потому что я сегодня настроен ни разу не мисплеить и 100% выиграть. А еще я сделаю себя чуть поменьше. Оп, я уменьшусь тебе, ложка, пока я... Привет. Привет, добро пожаловать на стрим. Так что, да, спамьте ваших енотов некромантов в чат. Мы идем за победой. Единственное, что я думаю, играть мне сейчас самовозгорание или нет. Я думаю, да, самовозгорание сыграть и сыграть зельку добора. Идеально, можно еще один ужас сразу сыграть. Больше ужасов. Очень, очень напугаемся с логовулина. Логовулин в шоке. Я не стал на него 198 неуязвимости стакать. Эх. Окей, знаете что? Пора парящие рукава разыгрывать. У нас так много урона. Мы должны его запинать. Удар 9 урона, шок 8 урона. Мне удар выгоднее сыграть, чем шок играть для разрядки сферы, как ни странно. И вот теперь мы его запинываем. Прямо на этот ход. Изи.
30 здоровья. Игрушечный махолет. Очень хороший старт. Вау! Чернокнижник, хрустальный нож. Спасибо тебе большое, Милка. 41 боец в армии нежити. Кэтшоп тебе подарили. Тебя записали. Кэтшоп, ты попался. Все. А так что встань и иди. Спасибо тебе большое, Милка. Спасибо огромное за подарочную подписку. 41 боец. Спамьте ваших енотов-некромантов. А я пока мне Корсив следит за мной. Спасибо, Корсив. Спасибо. Окей, мы... Блин, хрустальный нож или злобу? Нет, хрустальный нож. Я не поймаюсь на ваш ледник. Я на такое больше не ловлюсь, чат. Спасибо. Спасибо огромное, Милка, тебе за поддержку. О, мы идем за победой. О, как хорошо, что я зарядился карточкой на урон. Я так рад, что я взял и этот... Что я взял самовозгорание. Это ужасный бой. Это, кстати, одна из худших элитов в начале игры. Особенно, если у тебя небольшая колода. Самовозгорание убивает. Вообще уничтожает просто. Окей. Мы здесь хотим тратить. Мы не хотим копить. Потому что это ад. Маленький персональный ад. И да. По-моему, мне не надо было ужас здесь играть. По-моему, это мисплей 10 хп был. Ну ладно. Здесь идет максимум защиты. Хорошая стрельба молнией. Попали в единственного чувака, которого не нужно стрелять. Как связана ложка и сжигание карт? Ложка работает со статусами? Нет. Нет? Да? Милка! Что она делает? Спасибо тебе, Милка. 42 бойца в армии нежити. Огромное, огромное, гигантское тебе спасибо. Огромное спасибо, Милка. Спамьте именно енотов-некромантов. Чат. У нас больше не осталось никого живых в чате. Всех поймали. О, все были пойманы. Берс, а? Мы умрем. О, про Амамори. Амамори плюс магазин. 376 золота. Мы это делаем. Фу. Окей, мы живем. Ложка работает на разыгранные карты. Окей, окей, хорошо, отлично. Спасибо, спасибо, Касьев, то меня уже напугали. Спасибо тебе большое, Милка, за поддержку. 42 подарочные подписки. Спасибо большое. Арери пог, Арери очень пог. Но, стоп, на Арери не работает осколок. А? Или нет? Окей, я не знаю. Ребят, работает? Ребята говорят, работает. Я вам верю. Работает. Все говорят, что работает. А, работает, вы правы. Окей, отлично. Осветить аминь. Две массовые атаки. Очень интересно. Панацея? Ух. Панацея плюс берс. Звучит как отличная вечеринка. А, толчок корпусом есть. Баррикаду бы. Едкие. Перезагрузку нельзя брать. Находку тоже. Мы не можем брать карты дефекта программирования. Окей, мы берем панацею. А здесь я не уверен пока. Мы можем едкие взять. Но с ними, конечно, ничего не комбится. Но у нас это масс урон, типа, пассивный. Чё-то я не знаю, ребят. А, едкие, наверное, правильный ход. И теперь защиту. Перезагрузку нельзя брать. Толчок корпусом — это не защита. Пламенный пакт. Ложка с ним не работает. Молния нельзя. Светить аминь. Две массовые атаки.
которые я не уверен, что нам нужны. У нас для массовых есть самовозгорание едки, хотя это и не быстрое, но медленно. Но... А мини-то весь мисплей билд. Защиты точка нет сейчас, да. Но это в принципе так и должно быть. А мини сильный? Ну, он 12 урона наносит, я соглашусь. И больше я, наверное, ничего не возьму. Вообще ничего. И не вижу смысла пока в пламенном пакте и толчке корпусом. Хотя пламенный пакт интересен, да? Лучшая защита — убить всех врагов? Ну, до определенного момента это так, правило работает. Я, да. Находку мы тестили. Она дает карты дефекта. То есть она в челлендже не работает. Вообще никак. Спасибо, Милка, тебе еще раз за поддержку. Спасибо. Умиротворенность для стоек. Сначала из стоек меня сейчас только божественность интересует. Пакт пока не знаю. Я, наверное, пока что пас. Рихалк можно взять. Вот наша защита, типа, какая-то будет. С другой стороны, удаление удара — это тоже типа защита. Я думаю, удаление удара — это обязательно. Если что-то еще останется. И мы можем... Что я могу здесь сделать? Я могу купить зелье. Огненное зелье, к примеру. На всякий случай. Которое для нас же будет и хилкой. И взять его с собой на босса. И не хилиться перед боссом, если прокатит. Окей, не хилиться перед боссом не прокатит. Потому что это ад. Я могу добить его огненным зельем, но... У нас есть доступ к облику. У меня, кстати, есть 12. Подождите, у меня сколько урона есть? 12, 8, 6. Я все правильно сыграю. Берем сперва заточек, потом буферочек, бесконечные клинки, облик демона Туды, меткость, призрачность и танец клинков и билд готов. Билд готов. Все так просто. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, печная задвижка за донат 96 сердечком. Фруктовый сок так хорош. Вот, печная задвижка призвала заточки. С ложкой. Спасибо большое, печная задвижка. Подставила. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за донат 96 сердечком. Зачем мне заточки? У меня ложка. Я уже не буду играть заточки. Нет, с ложкой мы не играем заточки, ребят. Самопочинка F, да. Не получится. Бесконечные клинки. Волчок есть, да? А буфер мы тоже не можем взять. Нам нужна именно призрачность. Одну можно? Да нельзя. Варлок, лучшая благодарность — это победа. Понял, Милка. Понял, принял. Идем за победой. Да не можем мы играть с точками. Если нельзя, но хочется, можно? Да ну вы смеетесь. Ну одну. Ну еще одну, можно? Мам, ну одну шоколадочку, да? Чат, вы как, блин, это? Одну заточечку. Не, я говорю, это не то, что нам нужно. Мы зафлудим колоду потом за точками. Нет, я не поддамся. Никаких заточек. Это ловушка. Я знаю, вы меня хотите поймать в ловушку. Я отказываюсь ловиться на ваши провокации. Окей, у нас есть аминь. Есть удар, удар, аминь. Это, кстати, дает нам килл. Да. Слушайте, аминь так хорош. Дымовая шашка. Молнию нельзя, можно дротики, смертельный яд. Что насчет дротиков?
Допустим, я сыграл все таланты. Что у меня осталось по атакам? У меня сейчас колода — это рукава, нож, аминь. Это моя колода, Джонни. Ну вот мы нашли еще яд. Что насчет яда? Яд хорош, да? Мы типа делаем безмолвную, что ли? И я не буду все-таки хилиться. Я сейчас подумаю, что мне надо против этого босса. Скорее всего, нож, да? Нож так силен. Едки. Окей, этого босса... Допустим, мы разваливаем этого босса. Мы слизня сейчас разваливаем. Потому что у нас этот... У нас банка есть, если что. У нас есть аминь. У нас есть едки. И самовозгорание. Ужас за ноль не нужен. С этими, с мешочком ужас за ноль не нужен. Что нам нужно на втором этаже? В первых, там, пяти боях. Аминь, правильно? Аминь будет самый сильный. Аминь на птицах хорош. Берс на случай, если не выпадут... Берс на случай, если не выпадет энергия, да? Да, в боях на втором этаже берс будет так хорош. Вы правы. Берс будет лучше всего. Окей, согласен. Потому что берс — это плюс одна карта каждый ход. И не факт, что у нас будет энергия. По идее, мы его развалить должны, слизня. Я не вижу, почему бы мы этого не сделали. И даже сейчас берс. Смотрите, как он классно заходит. Следующий ход мы играем смертельный яд едки. Ужас. Подождите, тогда здесь. О, нет, мисплей. Может, не мисплей. Милка, Милка дарит подписку Гоше. Гоша сегодня впервые на стриме как раз. Гош, тебе подписку подарили. Напиши, будь добр, спасибо. А спасибо тебе большое, Милка. 43 подарочные подписки. И сегодня... Спасибо тебе огромное, ты сегодня... Очень-очень щедро с твоей стороны. Я очень благодарен. Супер благодарен. А, да. Это прямо... Спасибо тебе огромное, Милка. Спамьте ваших енотов-некромантов, будьте добры. Смотрите, два ужаса. Можно даже три ужаса сделать. Окей, нам нужно не схватить этот... Не схватить хрупкость здесь. Хрупкость очень опасна. Ох, какая красота. И как же пассивный урон решает вообще... Да, я был прав, мы босса развалили. Прямо легко развалили. Ну, как легко? Относительно легко, да? Садистская натура, харизма, кошмар? Ребят, вы что творите? Вы чего? Чего делаете? А? Привет, Варлок. Я хочу обратить твое внимание на Тронебрекер. Твичер Талис пока ид скидка. На мой взгляд, она гораздо интереснее всяких там ракбуков, монстропоездов и казино-рогаликов, и мне очень обидно, что ей обошли вниманием. Таким образом, я надеюсь, что ты исправишь ту несправедливость. Ребят, я...
Чего вы делаете? Спасибо вам огромное. Фрут Панч, спасибо тебе большое за 530 сердечком. Жесть. Милка и Милка, еще две подписки от Милки. Артуру и Мдейву. Спасибо большущее, спасибо большущее, Милка. Вы что творите? Чат, спамьте ваших енотов. Всех енотов спамьте. Спасибо большущее, Милка, огромное тебе спасибо. Фрутпанч, тебе гигантское спасибо за 530 сердечком. Сейчас я отвечу одну секунду. Это жесть. Милка, спасибо большое. 46 подарочных подписок. 46. Жесть. Весь чат воскрешен буквально. Буквально все бойцы записаны. Я не знаю, это просто... В армии света нет шансов. Милка, спасибо тебе огромное. Фрутпанч, тебе тоже гигантское спасибо за поддержку. Тронбрейкер. Я на него смотрел, он как настолка сделан, да? Он типа карточная настолка. Но он же, он как на прохождение идет. Да, Фрутпанч? Я не ошибаюсь, я не путаю, это то, о чем я думаю. Игра по Ведьмаку, которая как настолка, но синглплеерная карточная настолка. Я на нее смотрел. Она вышла в тот момент, когда у нас канал был чё-то вообще мы заняты. И я так ее в итоге чё-то пропустил. Она у меня где-то вот сидит. Да, там что-то сюжеты, битвы в Гвинт. Мне очень Гвинт нравится. Даже вот отдельно релизнутый, который был. Она у меня сидит вот в мозгу. Я про нее помню, потому что игрушка карточная, и мне нравится. И Ведьмак мне очень нравится, и книги. Я большой-большой фомат. Я большой фома. Аквинский. Я большой фанат. Огромный фанат Ведьмака. Поэтому он явно у меня в... Я явно помню про эту игрушку. Что она делает? Милка, спасибо тебе большое. Милка просто всех отлавливает и записывает в армию нежити. Абсолютно всех. Спасибо. Спасибо большое. Огромное, огромное. Спасибо, Милка. Весь чат в бесах. Да. Кстати, я не просто так сижу над этими тремя картами. Ребят, вы меня просто сегодня очень щедро. Спасибо вам большое всем. Это жесть. Фу. Так, харизма. Во-первых, харизма хороша с берсерком. Очень хороша. Если мы сделаем 5 энергии с берсом, харизма тупо пассивный урон. Натура очень хорошо подходит под едки. На что играть кошмар, я пока не уверен. Кошмар это будет пик на будущее. Это единственное, что я вижу. Кошмар на берса. О, господи. Милка, Милка. Некромант Милка поймала электроманта. Некромант поймал электроманта. Спасибо большое, Милка. Сколько бойцов? 48. 48 подарочных подписок. А чего, сегодня 9, что ли, было? Или сколько? Это что-то жесть. Больше енотов в чат. Давайте возьмем садистскую натуру. Мы 100 лет ее не брали. А очень давно не брал садистскую натуру. Я хочу ее попробовать. Харизма, возможно, правильный ход. Кошмар на ужас страшно. Но садистская натура, чуваки. Садистская натура работает с мешочком.
не работает, потому что ее нужно сыграть сначала. А, с другой стороны, да. Если это будет прокать раз в ход на 5, то если мы сыграем харизму и будем... Давайте харизму. Окей, харизма надежнее, по идее. Если мы найдем энергию. И чего, мы будем играть через чокер? И мы возьмем чокер? Да? И будем играть харизму и чокер, и... Камень? Нет. Спасибо еще раз огромное, Милка. Спасибо огромное. Камень? Камень, камень, камень? Да ну камень. Берем чокер. Погнали. Никаких заточек. Милк, спасибо тебе еще большое. О, господи. Я просто... Я буду играть. Что она делает? Я не знаю. Это... Без понятия. 50 уже подарочных подписок. Удаляй харизму теперь. Нет. Енот, некромант, предводитель темных сил. Птица. Енот, некромант. Говорите, харизму удалять. Тут птицы. Спасибо огромное, Милка, тебе за все подписки. Просто все подписки. Это просто жесть. Гигантское тебе спасибо, Милка. Ребят, спамьте енотов. Окей, мы идем за победой. По-любому. У нас нет выбора. Мы должны это сделать. И у меня есть достаточно энергии теперь, чтобы прокать. Вы говорите удалять харизму. Но харизма прокается каждый ход буквально. Каждый ход мы прокаем харизму. Единственное, что нам не нужно с чокером брать, это уйму клинков. Я написал, и чат сразу спамит. Уйма клинков. Нет. Уйма клинков нифига нам не подходит. Ерунда. Ну смотри сам, там просто скидка 60% до 8 июля, так что предыдущий донат в любом случае окупится. А этот просто от меня. Спасибо, спасибо большое. Там еноты-снайперы сидят и выслеживают всех без подписок, других вариантов нет. Ну вообще жесть. Других вариантов нет, вы правы абсолютно. Okay, мне не нравится этот бой. Я, наверное, сейчас убегу отсюда. Спасибо огромное, Fruit Punch, за донат 256 сердечком. Спасибо большое, Drunken Duck, за 100 сердечком. Огромное спасибо. Бежим. Спасибо огромное вам, ребят. Вы меня сегодня балуете, просто жесть. И надо отсюда бежать. Милк, спасибо тебе еще за одну подписку. Остапа поймала. Зе Остапа. Огромное вам спасибо, ребят. Это просто жесть. Огромное-огромное вам спасибо за поддержку. Я сейчас буду... Я постараюсь для вас победить. Я пытаюсь действительно собрать хороший вариант. Нам просто не повезло в этом бою очень сильно.
очень сильно не повезло. Но мы постараемся это исправить, окей? У нас есть чокер, у нас есть харизма, и харизма это будет работать. Мы сейчас вообще затащим. Так, так. Я могу играть все карточки? Обязательно затащим зелье регенерации. Спасибо большое, игра. Хо, боевой клич хорош. Спасибо, Милка, большое. 53 подарочные подписки. Жесть. Просто жесть. Я не знаю, что еще можно сказать. Огромное-огромное спасибо. В общем, да, идем за победой. Что у нас? Что у нас в колоде получается? Ну, в колоде получается... Смотрите. Колода получается с чокером, то есть мне нужно играть аккуратно. Мне нужно максимально аккуратно играть и не брать карточки за ноль, например, вообще. Что, кажется, как бы противоречит логике. Подождите. 9 плюс 6 плюс 7. Сколько урона? Что-то головокружение дофига. 9 плюс 6 плюс 7. 9 плюс 6 15 плюс 7. 15 плюс 7. 22. 22 урона. Мало. Чуля тратит зельку. Я не знаю, что она делает. Да. Милка, спасибо тебе огромное. Милка просто смотрит, когда и ловит всех. Она поймала Джо-Джо. Джо-Джо только зашел и сразу попался. Хочу ли я тратить зелье здесь? Нет, потому что у меня хилка еще не отработала. Зелье лучше оставить на следующего противника. Фу, крещендо. Крещендо как финишер. То, что нужно. Оставляем? Оставляем. Берем крещендо, оставляем. Спасибо тебе еще за одну подписку, Милка. 55. Она просто... Она не останавливается. Я не знаю. Абсолютно всех. Абсолютно всех. Всех ловит. Все. Никто не уходит. Это как взгляд Саурона. Это как башня Саурона, которая все видит. А мне теперь уже нельзя... Мне теперь нельзя проигрывать никак. Окей, ребят, давайте... Давайте как-то... Могу ли я сейчас пойти на эту элитку? Help. Чат, я умру? 29 хп на элитке. Умру, да? Нужно идти сюда и идти на эту элитку. В магазине искать печеньку? Как понимаю, поезд сегодня через бесов. Не помню, говорили тебе про игру на Вадрифт, очень зашла. Частый гость, спасибо большое за 256. Огромное-огромное спасибо. Я не туда целюсь. Я не того чувака бью. О, нет.
Частый гость, спасибо тебе огромное за донат 256. Да. И меня сейчас, я сейчас сэфнусь в этом бою, и будет очень неловко. Взяли харизму, а? Один хп. Ровно столько, сколько нужно для победы, а? Да. Мы чуть не умерли только что в этом бою. О, спасибо огромное, Милка, тебе за все подписки. 58 подписок сегодня. Это сегодня все. Сколько сегодня это было? Все были подписки. Огромное спасибо. Частый гость, спасибо тебе большое. Нова Дрифт. Как понимаю, поезд сегодня через бесов придется. Не помню, говорили тебе про игру Nova Drift, очень зашла. А, да. И Nova Drift я играл, мы поиграли на стриме, и я ее решил отложить на попозже пока. Либо до релиза, либо что-то такое. Потому что игрушка выглядит супер фановой. Но желательно бы ее видеть на релизе. Но там говорят, релиза никогда не будет. Типа, может через 10 лет. Поэтому не знаю. Нам предлагают силу улучшенную. Голограмму нельзя брать. Сила это не идеально, но это наш единственный шанс. У меня 25 хп. Я не могу пойти на элитку. Я не могу, у меня надо обычный... О, мой бог. Змеи цвет два раза подряд. Я же это не придумываю. Он два раза подряд тупо попадается, да? Офигеть. Не знаю, самовозгорание включать или нет. Есть шанс, что мы его добьем. На элитку, элитку мы не пройдем. Никак. По-моему, включить здесь правильный ход. Элитка была бы лучше. Мы на первый ход умирали от работорговцев. Мы падали на первый ход от работорговцев, 100%. Отличный второй ход. Шикарный. Итак, все плохо. Докладываю вести с полей, все плохо. Ужас, подожди, крещендо парящие рукава. 14, крещендо парящие рукава должны килл сделать. Зелье богатыря, зелье пока спасают. Забыть о боли. Забыть о боли. О, нет, зачем я взял эту ложку? Чат, вы мне в самом начале игры эту ложку посоветовали. Я ее взял, а теперь у меня забыть о боли не будет работать. Зачем я ее взял? Да коли? А так бы у меня были заточки и забыть о боли. Тяжело думается, когда стоит такое обещание, да, Варлок? Да. Для заточек? Ну теперь мне не с чем это играть. Мне нужны тяжелые, дорогие карточки. Мне в вопросах надо бессмертие найти и все. Я не буду ее брать. Потому что ложка ее портит. Окей, мы живы. Здесь нужно что-то не бесполезное. Диск с данными бесполезный. Я беру хилку. Потому что здесь, по-моему, все равно даст карты этого дефекта. Окей. Итак. Внимание, мы живы. Каким-то образом мы живы. Хо, жесть.
просто жесть. Талон на питание. Какие шансы здесь магазинчик встретить? Вещество X. Пока не работает ни с чем. Вот оковы — это хорошая идея. Минусануть один из ударов — это отличное дело. Идея. Но мы не можем все это сделать. Привет. Как идея следующего стрима? Keepers, Griftlands и что-то еще. Спасибо за рекомендацию. Я пока не знаю. Я стрима на будущее не планирую. У нас защиты нет. Нам нужны оковы, я считаю. Оковы прям нужны. Талон, я не знаю. Талон или удаление карточки? Талон мы будем брать, чтобы когда-нибудь найти чего-нибудь. По-моему, удаление лучше. Талон сейчас нам ничего не даст. Минус удар нам даст очень много. И зельку на босса. Зелье ловкости, блин. Потому что нас босс сейчас сожрет. Сделает из нас фаршик. И причем босс такой, блин, гадкий. Нам нужна вся защита. Знаете что, я пою ерунду нафиг. Это тоже можно апнуть, но это может сгореть. Окей, я пою ерунду, я не шучу. Мы сейчас не можем это. Окей, у меня есть Амамори. Релик, спаси меня. Смешно. Смешная игра. У игры есть чувство юмора. Вау, и игра хочет забрать у меня одну из хороших реликов. Нет бы забрать амулет, Рэри, Амамори, ложку. Окей, игра могла... Из всех реликов, которые у меня есть, игра хочет единственные два забрать, которые у меня есть. Варлок, не прибедняйся, пятое возвышение. Да, ну ты выше, сами смотрите на забег. Я могу отдать либо мешочек, либо махолет. Мешочек бесполезен? Да, сейчас. Мешочек — один из лучших реликов в игре. Он так хорош. Несмотря на то, что он обычная реликвия, он так хорош. Но на боссе он не супер. На этом. Я отдам мешочек для этого босса. И хотя мы уже брали дар, и он нас подставлял, но дар может нам выиграть забег. Махолет я не отдам. Махолет — это наша жизнь. Если бы не махолет, мы бы уже 5 раз умерли. Я отдаю мешочек. Фиг с ним. И если бы я на босса что-то апгрейдил. Что бы я апгрейдил? Деф какой-нибудь, которого точка нет. Единственная защитная карта, которую я нашел в этой колоде, я ее взял и проапгрейдил. Панацея бесполезна. Босс не накладывает дебафов. Окей, хилимся. Да. Окей, крещендо не играть. Внимание, не играем крещендо. Очень важный момент. Не играть крещендо. Панацею можно с зельем богатыря сыграть, но... Она сгорела. Вот теперь-то она сгорела, кто бы сомневался. Меня украдут Берса и харизму. Класс. Делать ли мне плюс 5 силы? Да. Нет? На следующий ход. Не сейчас. И ужас, я сыграю на одного из этих чуваков. Сейчас плюс 5 силы и не даст мне 5 хп, но даст мне нож с плюс 5 силы. Окей. Самовозгорание 10 ходов 70 урона. Самовозгорание на следующий ход вырубает одну сферу. За 10 ходов оно зарешает. Мы получим 10 урона, но нам нужно его как-то убить, да? Окей, сейчас бы сыграть... Сейчас сыграть Берса — это идеально.
мы ничего не теряем. Яд мы хотим прокидывать на автоматона, ну, снимать с него дебафы, а атаки делать сюда. Урона. Окей, у меня есть оковы. Воспламенение, боевой клич, ерунда. Ерунда 100% будет играться. Крещендо еще долго не будет играться, ее вообще можно пока сбросить. И вытащить ерундой, потому что... А почему я зельку не выпил на ловкость, а? Потому что это я. Добро пожаловать. Рад вас видеть, это я. 20 урона здесь. С ядом есть шанс, что аминь... Что сферами добьет его. А, даже не сферами, воспламенением. Отлично. Теперь мы идем в фулл урон билд. Удар, парящие рукава, хрустальный нож. Прокаем харизму и ждем крещендо, чтобы добить. Как сказал один умный человек, варлок может замисплеить все что угодно. Победный забег, хромакейс, лейзер, эликс. Есть вещи, которые он не может замисплеить. Например, донаты, подписки, подарочные подписки. Ну да. Потому что... Потому что их не я делаю. Поэтому я их... Поэтому я их не могу смисплеить. Все верно. Спасибо большое за донат. Самое время для крещендо. Вот сейчас время для крещендо, ребят. Вот время крещендо. Наверное. Ну, у нас весь урон есть. Оковы на следующий ход. Раз, два, три. Три самые сильные атаки. Это будет 40 урона. Ну, крещендо выглядит как то, что нам нужно, да? Сейчас. Вроде бы я не туплю. Да, мы делаем килл. Фу. Гиперлуч буфер починить реальность. Починить реальность. С таланта в виде дефекта было бы классно. С этим... Починить реальность и... Как он называется? Искусственный интеллект. Это была бы жесть. Но мы же не можем. Так-то было бы классно. Поэтому это просто три карточки, которые у нас не делают ничего. Починить реальность, наверное, знаете что? Заточки, наверное, апгрейдит. Опять же, если бы они у нас были. Поэтому скип карточек. И... Ну, корону я не беру. Здесь либо черная звезда, либо батарея. Но батарея для нас просто плюс энергия. Мы играем в 6 энергии с этой батареей. Потому что я сферы могу не играть. Могу шок не играть. Более того, шок надо удалить. Да? Починить реальность плюс генерация ран... Улучшенные раны, да. 6 энергии и чокер, да. А в чем проблема-то? 6 энергии и чокер. По-моему, отличная вечеринка. Ну и чего мы будем с этой энергией делать, чуваки? Я не пойду на элиток, я их боюсь. Мне надо искать карточки. У меня повышенный шанс на редкие карты. Поэтому мне надо идти в боях искать карточки. И зельки. Зельки это для хилка. Я знаю, что мы должны победить. Милка, я стараюсь. Я не пойду на элиток. Прочти лор батареи, плиз. А чего с ним? Что это такое? С чего оно? Что она так делает? Окей, мы будем играть оковы плюс оборону. Панацея. Одна оборона мне не нужна. Странно. В общем, мы как воздух ищем нормальные карточки.
У нас вся колода, ну, по большому счету, я не скажу, что трэша, но такого. И я не сказал бы, что здесь сильно моя вина. Ребят, я 100% вот обычно я мисплею, да. Но прям сегодня вот я говорю, по-моему, это не я. По-моему, я не особо смисплеял в этом забеге. Нам просто не хватает вот таких карточек, типа призрачные латы. Призрачные латы я беру. А лучше что-то вроде ерунды, только за 3 энергии, чтобы в 10 раз больше защиты давало. Желательно. Окей, я могу перса здесь сыграть? Нет, тогда это сюда. Я... Обычно это я все порчу. Но, по-моему, сегодня не тот день. По-моему, сегодня тут реально все шансы того, что... Да, мы сыграем еще раз, если я проиграю сейчас. Пока я заткнусь, буду играть. Потому что явно кому-то надо молчать больше. Артём, привет. Ты вовремя. Тайминг, в общем, да. Тайминг получился хороший, я ничего не могу сказать по этому поводу. Шикарный тайминг. Кстати, шикарная рука. Я явно сделал не ту колоду, которая нам нужна, ага. Номер твой, а?
это я. Эсмисплеил нам 20 хп. В том бою, когда Зельку сыграл. И Зелья сыграла Аминь, и... Я сыграл, Зелья сыграла Аминь, и от Аминя... От Аминя мы слили катку. Потому что он завершил мой ход. Это было... Я полностью на себя всю ответственность беру. Я ничего не могу сказать про игру. Там виноваты не обстоятельства. Нет, здесь я должен принять. Я просто должен принять на себя этот удар. Окей, мы возьмем. Мне нужно что-нибудь. Я возьму созерцающую, потому что тут не будет карт созерцающей. Соответственно, я больше не смогу мисплеить Аминь, если буду играть за созерцающую. Мы сыграем еще один забег. Я возьму нам снова радужный осколок. Возьму нам релик босса. Что я сделаю? Я отменю вылазку. Возьму созерцающую. Добавлю осколок. И не буду брать релик босса. Потому что шкатулку брать нельзя. Шкатулку нельзя в этом челлендже брать. Значит, я не буду брать релик босса. Я возьму, враги будут иметь один здоровье в трех боях. Попробую взять огненную элитку на шару. Все. Мы должны были победить прошлый забег. Милка, прости меня, я не специально. Плащ и кинжал. О! Лукс! Лукс, спасибо тебе большое за 10 месяцев подписки. Спасибо тебе огромное. Тут должна была быть шутка, но шкатулка пошутила за нас. Ой, чувак. Не говори. Сплошные шутки. О, разряд статики, прикольно. Ой, такие хорошие шутки. Йоу, браслет дзюдзу со старта забега. Я никогда не буду против, да? Браслет кайф. Я ничего не могу сказать. Тут сначала я такой, типа, они говорят, что я мисплею, но на самом деле я не мисплею. Ну, типа, я же все-таки не вчера родился, но оказывается, я все-таки мисплею, а? Вместо этого мы сейчас сделаем хорошую, надежную колоду за созерцающую, которая не созерцающая. Я не буду брать чокер. Я не буду брать никаких спорных реликов, типа чокеров и всего остального. Я просто буду играть хорошо, надежно, качественно. Нагрузки с разворота брать нельзя. Факт. Можно брать это шквал кинжалов или автощиты. Но я не знаю, нужен ли мне шквал кинжалов. Автощиты прикольные. Кто босс? Босс. Босса контрит разряд статики неплохо. Этот ран мы идем точно за победой. Спасибо тебе большое, Лукс Туземон, за 10 месяцев подписки. Будьте... Чат спамит уже королей бобров. Будьте добры. Будьте добры, бобров. Окей. Шквал, автощиты. Шквал нужен урон, но с другой стороны у меня уже разряд есть. Знаешь что, я возьму нам автощиты. И два апгрейдженных удара тоже неплохо. У нас есть... У нас, в принципе, есть урон... Ой, не играем это. У нас есть урон из-за того, что у меня встроенная в... У меня встроенная в созерцающую вспышка. Ее базовая вспышка идет. И это урон. Это хороший урон. Программирование идеально. Нет, программирование не идеально. Я взял разряд статики. Стойте. Остановитесь. Подумайте.
Что лучше, разряд статики или программирование? Разряд статики на сердце дает весь урон вообще-то. Вообще-то весь урон. Крик, наверное, лучше. Да, разряд на сердце так хорош. Он прям супер-супер бомбовый. Программирование, оно такое медленное достаточно, а? Окей, мы хотим пока не трогать Благоволина. Я хочу на него здесь вспышку делать. Вспышка, удар. Или бдительность на следующий ход. Нет, вспышка, удар, бдительность на следующий ход. Так вот. Это не весь урон, но это нормально. А здесь у меня есть теперь автощиты. Бдительность. Изи блок. А чудо я буду копить на ход, когда у меня будет больше урона. Типа вот сейчас чудо. Я могу сделать вспышку. Подождите, чудо дает мне вспышку, удар, удар, удар. Это сколько будет урона? 13 умножить на 2. Это будет 26 плюс 26. Плюс, короче, будет весь урон. Я уверен, что здесь хватит. Даже считать не надо, я был уверен. Узорчатый веер, класс. Я не взял карту созерцающий? Нет. Добивание, трансмутация, двойной удар. Трансмутация фан, но добивание тоже фан. И у меня уже есть, я не знаю, взять что ли добивание, да? 100 лет я его не брал. Обычно с этого начинаются плохие колоды. Когда ты вот такой, ой, возьму-ка я 100 лет, я что-то там не брал. Обычно с этого начинается все. Но... А вдруг нет? А вдруг прокатит, а? А вдруг вся наша жизнь игра? А мы в ней театр. Двойной удар тоже вариант. Но... Добивание весело. Парирование, автощиты еще. Окей, парирование меня устроит. Блок за ноль, у нас многовато блоков может быть, но... С другой стороны... Не понял. С другой стороны мы отлично идем. И шикарные релики. Браслет, дзюдзу, мешочек с шариками и узорчатый веер меня очень радует. В частности, меня очень-очень радует узорчатый веер с... Все было просчитано, ровно 14 блока. Меня очень радует узорчатый веер с заточками. Ну или чего-то тут у нас есть, типа заточек. Одна карточка на заточке есть, но и она большая и хорошая. Стальная волна. Лучевая ячейка. Лучевая ячейка тоже должна зайти сюда хорошо. Стальная волна мне не нравится. И знаете что, я проапгрейджу нам лучевую ячейку. И теперь у нас под эти самые заточки и под веер есть еще одна карточка за ноль. Хорошая. Большая, красивая карточка за ноль. Я сыграю нам бдительность сейчас. Пойдет. Трансмутация под вещество. Окей, мисплея. Мисплея 11 хп. С автощитов. Очень хорошо. Молодец. Клик-клик-клик-клик-клик. Зачем думать? Просто нажимай кнопочки, йоу. Правильно? Автощиты первыми. Не вторыми, не третьими. Первыми. Могу ли я здесь сыграть вспышку? Вспышка. Он бьет меня на 24. То есть я получу 6 урона с ожогом. Я буду в гневе. Я несу кучу урона. Плохая идея. Потому что сейчас... Нет, нормальная была бы идея в итоге. А добивание нифига не работает. Под добивание мне нужно удаление ударов. Мне очень нужно начинать удалять удары из колоды. Я прямо чувствую это. Мне нужно прямо пойти и на втором этаже почистить колоду от ударов. Причем так серьезно. Спасибо большое, Милка, за еще одну подписку подарочную. 59. Милка записывает еще одного бойца в армию нежити. Спасибо тебе большое, Милка.
Огромное тебе спасибо. Ребят, по-моему, если я здесь сейчас не сыграю нам вспышку, нам капец. Мы не добьем его. Но если я сыграю вспышку, он меня бьет на 32. Жесть. Спасибо огромное, Милка. Мы сейчас умрем, но вот на здесь. Да. Нет. Может, нет. Спасибо тебе огромное, Милка. Артему подарила подписку и невидимке. Гигантское тебе спасибо. Окей. Так, Хьюстон, у нас большие проблемы. Мне нужно 36 урона. Можно облазельку выбить. Мне нужно 17 урона. У меня есть оглушающий крик. Живая. Нужно 3 урона. Ноль проблем, я не сомневался. Разряд статики затащил. Слушайте, он затащил. Он очень хорошо сыграл. Спасибо тебе огромное, Милка. Милка, эта победа тоже для тебя. Только теперь по-настоящему. Победа будет гарантирована. Окей, подношение. Подношение. Я не беру чокер. Мы договорились. Я обещал. Я не могу взять чокер. Чего нет? Чего вы говорите нет подношения? Подношение очень хорошо. Варлок, думаешь, сила ловко меньше бы помогла? Думаю, да. Думаю, меньше помогла бы, потому что ее нужно было бы несколько раз играть. Подношение без отхила? У меня изделие регенерации. Отбросьте страх. Берем ошейник и идем. Сбросьте себя оковы страха, чат. Вы должны познать. Вы должны познать мудрость и отпустить. Все. Отпустите свои страхи на волю. Не бойтесь ничего. Никто не сможет вам причинить вред, если вы не боитесь. Вперед. Сражайтесь, мои воины. Мы умрем. Я пью зельку. Мы не умрем на самом деле, но... Окей, молнии могут попасть в этого чувака. Молния может в него попасть, еще одна. Есть! Окей, они не унесут наших денег. Я сижу в защите, я не играю в вспышку здесь. Мы хилимся. Я ему сейчас сниму хп. И мы должны его не отпустить с нашими деньгами. По идее. Да, мы не отпускаем его. Отлично. Все идет по плану. Турбо! Эволюция, ерунда. Посмотрите на эти карточки, наконец-то. Мы нашли их, мы нашли хорошие карточки. Мы это делаем. Окей, эволюция, турбо, ерунда, это отличная вечеринка. Это то, что нам нужно. Эволюция так хороша. Ну и турбо очень тоже хороша. Турбо, блин, это вся энергия. Турбо лучше сейчас, эволюция лучше... На потом. Но эволюцию... Эволюцию сложнее найти. На энергию есть разные карточки. На энергию есть разные карточки. Эволюция, она одна среди всех. Поэтому, по-моему, так лучше. Okay, апгрейды. Нам нужен урон. Забивание не лучший урон, но это тот урон, которого мы заслуживаем.
Мы должны драться. Я не могу отдать свое золото, я слишком жадный. Если мы умрем, значит мы умрем. Я готов. Окей, просто переходим в гнев сразу. И выносим их. Да. Причем медведя желательно первым. Прекрасно. Окей, у меня есть две заточки. Я могу сделать... как мне выгоднее всего здесь? 18 плюс 12 урона сюда. И вот так. Вот так медведь. И это в Ромео. Привет, Ромео. Что ты скажешь по этому поводу? Красная маска, отлично. Плащ и кинжал, еще один. Окей, мы это делаем. У нас есть два улучшенных плаща и кинжала. Защита плюс атака, два в одном. Я чувствую силу. Призрачность, мы нашли призрачность. Окей. Мы реально идем за победой. Не просто типа идем за победой. Мы действительно сейчас идем за победой. О, да. Поехали. Призрачность плюс подношение. А вы говорили, типа, зачем подношение, когда у тебя нет отхила? Как насчет призрачности и подношения? И призрачность с узорчатым веером. Очень удобно. Прям вообще удобно. И призрачность с разрядом статики, кстати. Тоже очень и очень неплохо. Я бы сказал, отлично. А вот теперь нужна ложка. Вот теперь ложка не помешает. Турбо. А вот и энергия, про которую мы говорили. Она пришла еще раз. Кнопка защита, железная воля, сжигание. Железная воля сразу улучшена идет. Ну как и энергия с турбо. Это жесть. Сосед сверху начал сверлить шумом, как это там, атомной станции. Я стрим больше не слышу. А, постучи ему. Что это такое? Зови его сюда, я с ним поговорю. Что значит мешает смотреть стрим? Еще и сверлит. Никакого порядка. Кнопка? Не. Ну хотя кнопка с призрачностью хорошо работает, да? Но турбо это вся энергия. Вообще вся энергия. Я возьму нам турбо. Есть шанс того, что мы будем без энергии дальше. Есть очень хороший шанс того, что мы останемся без энергии на будущее. Я не буду апгрейдить здесь призрачность. Пока у нас не будет ложки, я ее апгрейдить не буду. С другой стороны, а что мне апгрейдить? Подношение, что ли? У тебя волчка нет? Нет волчка. Вы правы. Ладно, апгрейдим призрачность, черт с ней. Ключ? Не, ключ в конце. Ключ потом. А в принципе, да, с призрачностью можно было подношение проапгрейдить, вы правы. Но с другой стороны, это тоже как бы не приоритет на подношении. Добор на подношение, он нужен, но... Окей, где моя призрачность? Мы его убьем? Стойте. Подождите. 13 урона у меня хватает. Мисплей? А 13-6-6. Но у него щиты. Как я с мисплеил автощиты-то? Окей, сила? Силой мы его убьем. Да. Ноль проблем. Я освободил место, потому что я знал, что мне закупоренное чудо придет. Я уверен был. Ноль сомнений. Алчущая длань. Вся голда. Пронзить. Весь урон.
Я не знаю, что лучше. А лучшая длань хороший урон, но она дорогая. Мне сейчас тяжело будет ее играть. По-моему, мне лучше взять пронзить. Пронзить перспективно. Она с веером перспективна даже за 0 энергии. Я не уверен, что длань это правильный выбор. В начале игры, да, она шикарна. Но сейчас она будет не такой уж домашней, как может показаться. Будешь мисплеить пронзить? Нет, отказываюсь. Окей, мы идем сюда. Ни одного мисплея пронзить. Смотрите и наблюдайте. Внимание. Ни одного. Мисплеев точка нет. Мой новый сайт. Кстати, у нас есть эволюция. Кайф. И знаешь что? Пускай они мне наносят 2 урона. Потому что каждый урон это одна сфера молнии. За 2 урона я 2 сферы молнии с удовольствием призову. Ще с радостью. А было зелье какое-нибудь. Это зелье бесполезное, да? Молния, попади в него. Я уже жду, когда его молнией прибьет. Я не хочу его атаковать. Не получается. Ладно. И с надсмотрщиком, который посередине, можно не торопиться при условии наличия эволюции. Он как бы ничего не делает. Потому что раны пофигу. У меня 4 энергии только на элитках. Поэтому мне элитки выгоднее во многом будут, чем бои. А вот и длань. Но я ее мисплеить буду. С другой стороны. Ладно уж, раз взяли, так взяли. Давайте, давайте длань. Давайте я ее улучшу. Будет улучшенная длань. 25 золота. Как с куста. Вот золото можно потратить на что-то полезное. Например, на удаление удара. Как хорошо. А? Перелучшить, пронзить еще. В комнат... В вопросах у нас боев не может быть. Копировать карту. Но нет смысла не копировать призрачность, да? Есть ли у меня карта лучше для копирования, чем призрачность? Призрачности можно иметь неограниченное количество в колоде, у нее нет минусов. Ее можно 5000 штук сыграть. Плащ? Не, ребят, улучшенная призрачность это то, что нам нужно. Фольга на окнах звуки издает, мне страшно. Я боюсь. Вот она эволюция. Все, мы сделали это. Мы еще одну призрачность играем. Автощиты, добивание на один урона. И теперь мы хотим против энциклопедии, возможно. Ну что-то вроде того. А обратите внимание, у нас все равно очень мало урона. По большому счету урон мы наносим сейчас в через гнев, да? То есть я хочу делать вот так, вот так, вот так. И вот так. Но у нас все еще нет чего-то такого, чтобы ух. Так что так раз. У меня есть разряд. Я хочу получить 5 в лицо. С другой стороны, я могу дланью добить на следующий ход, да? Да, знаете что, у меня есть идея. Так плюс так. И длань на следующий ход делает килл. И мы не получаем урона. Длань бьет на 50. Изи 25 голды. Ботинок, автопобеда. Чудо, защита, божественность. Настрой.
И не добавил ли карт созерцающий случайно? Нету. Разрез. Паровая завеса. Парировать. Нам не нужны карточки за ноль, по-моему. Окей, подношение я улучшу. Оно тоже одноразовое, но это хорошо. Я не думаю, что мне нужны такие карточки за ноль на защиту. Прям очень не думаю. И длань не сжигается. Значит, я ее смело разыгрываю, длань на коллекционера, потому что она не сжигается. Следующий ход. Я вижу двух атакующих чуваков, я не волнуюсь. Просто 19 блока, ничего не будет, все нормально. Турбо не нужен, энергия не нужна. Ждем. Мы ждем наше комбо, мы ждем возможности сыграть, перейти в гнев, сыграть призрачность. Это отличная вечеринка, и мы сейчас с тобой играть. И мы хотим зафокусить босса. С призрачностью мы 100% хотим фокусить босса. Он наносит больше урона. Один удар пронзить или две. Или призрачность. Или пронзить. Да, один удар пронзить больше урона, чем две заточки наносит. Поэтому нам выгодно играть пронзить. Я не хочу. Не хочу ничего другого делать. И здесь ситуация та же. Мы сидим в призрачности и под гневом выносим коллекционера. Нам бы пирамиду, была бы имба. Да, пирамида была бы шикарна. Продолжаем сидеть в призрачности. У нас есть три хода, добивание бесполезно, но мы никуда не спешим. Все, еще не спешим. И вот теперь пришло то, что мы искали. Вот оно, подношение улучшенное на 5 карточек. Вытащило кучу защиты. Но тем не менее, добивание есть. И оно справится. Все еще не выходим из гнева. Два хода должно более чем хватить для того, чтобы нанести 27 урона коллекционеру. Коллекционер не должен выйти отсюда живым. Но небольшой момент. А что если... Что если жадность? Что если быть жадной? Созерцающей? Что насчет такой вечеринки? Если я умру, я удалю этот сейв. Я не умираю. Жадность кого сгубила? Правильно. Того самого. С другой стороны, что если двойная жадность? Хе-хе-хе. Вы думали, это мисплей? А это был хитрый план. Уху. Губит людей не водка, губит людей вода. Облик, непробиваемость, алхимия. Три топовые штучки. Вообще хорошее. Но облик должен быть непобедим в нашей ситуации. Призрачность с обликом. Это победа. Он дает добор. Соцу сломает настой энтропии. А что если мы выиграем этот забег с глазом? Вы можете представить? Что если мы возьмем глаз и выиграем этот забег? А? Насколько это будет круто? Представьте. Какие легенды будут слагать о нас? Чат. Вы хотите жить вечно? Мы это делаем. Мы берем глаз и мы побеждаем. Верьте мне. Мы идем за победой. И это будет победа, о которой будут слагать легенды. Вперед!
Вперед глаз. О, смотрите, какая красота. Облик эхо, призрачность. Я не уверен насчет вспышки. С глазом. Отбрось сомнения, всяк сюда входящий. Играй вспышку, не дрейф. Мы это сделаем. Главное не бояться. Смотрите, какая красота. Двойная призрачность пошла. Дело в том, что глаз увеличивает шанс вытащить призрачность. Я, кстати, серьезен насчет того, что, по-моему, глаз неплох. Я абсолютно серьезен. По-моему, глаз хорош с призрачностью. Он увеличивает шанс вытащить призрачность. И, соответственно, если у тебя, например, особенно призрачность вот с обликом эхо идет, то ты вообще в шоколаде. Вы смеетесь с моего глаза. Я вам говорю, он очень хорош. Окей, тут вот этот ход я намисплеил, но... Он на самом деле очень хорош. Мне это правда, мне с ним очень сильно не везет. То есть я стабильно вытаскиваю на нем руки за 3. Но это не факт, его не использовать. Нам нельзя будет брать пустой кулак. Внимание, я чуть не пикнул пустой кулак. Окей, а точный удар не подходит, скипаем. И мы идем по вопросам, и я пойду, наверное, на эту элитку, может быть. У меня браслет. Окей. О, удаление удара, кайф. Или удаление обороны, стойте. Стойте. Нет, удаление удар улучшенный, оборона обычная. Нафига мне оборона? Кто у меня босс? Птица. Птица норм. У нас талантов нету. Деремся. Мне зелье надо тратить. Вот она призрачность, призрачность пришла. Спасибо за фул руку за 3 глаз. Очень ценю твою помощь. Кстати. Но да. Глаз все-таки, конечно, мастер. Но мы должны с глазом и с призрачностью вот такие пачки валить легко. Как я и сказал, мы должны такие пачки валить легко. Потому что глаз и призрачность. Окей, так. Так. Так, так. Можно разряд сыграть или еще удар? Разряд у нас прокнет один раз. Я не знаю, как комедийный тайминг это делает. Я просто такое впечатление, что может, если я заткнусь, я просто начну играть в 100 раз лучше. Потому что комедийный тайминг, он как-то вычисляет, а он специально это делает, я уверен в этом. Зато алчущая длань. Смотрите, алчущая длань за 1. Сейчас будет маневр. То есть не будет маневра. Маневра точка нет. Без... Я тоже согласен, что без глаза могло быть еще хуже. Мы бы просто не вытаскивали призрачность и все. И прощай. Прощайте все мои надежды. Правда, подношение стало намного хуже. Подношение надо ремонтировать. Точнее, удалять. Варлок, если ты не будешь говорить, кто вас будет развлекать? Вип-кола. Вон у него сегодня был мисплей температуры воды в душе. Тоже хорошее развлечение. Окей, мы умрем. Бен. Бен, это Данила. Мисплей температуры в душе? Еще хуже. Так, плащ кинжалов тащит. Зельку на божественность?
Не-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 
Я был уверен, что глаз не проиграет нам забег. По-моему, даже где-то моя жадность убила, а не глаз. По-моему, я мог выиграть. Зелье кузнеца, кстати. Надо было сначала зелье сыграть. Если бы я сыграл зелье, у меня было бы зелье кузнеца. Но насчет глаза я все равно скажу, что у меня каким-то образом прямо карты за три с глазом штампуются. Ты его два раза мог добить? Да ладно. Где я его мог два раза добить? Варлок, глаз был уверен в другом. Привет, Рейнвар.